Добрый день, друзья. Итак, сегодня пятница, очень важный день в нашей игре. Вот сейчас, пока мы будем с вами ловить нашего замечательного ельца, я вам просто освежу ваши знания о генерации, расскажу, что это такое, повторю, вернее, что это такое, и расскажу все поэтапно, как мы будем делать. Итак, ну, блеснул мы сначала одеваем. Ну, то есть стандартное действие. Достать. Так, включили. Переключили на спин. Одели ручейник. Я сегодня без прикорма буду ловить. Решил не тратить деньги. Успеем. Итак, друзья, что касается организации игрового процесса, каждый день в 19 часов игра генерирует турниры, которые, информация о которых проходит в 0 часов. И только в пятницу, исключительно в пятницу, генерируются все именные турниры. А именно, золотой ключик, боярин русский, золотая блесна, мировое турне, там сафари, где рыбу меч нужно ловить. В пятницу, в 19 часов. Вот наша задача, значит, сейчас до 19 часов нам нужно с вами скорректировать деньги. Вот так вот, то есть бросаем, подсекаем, потом только достаем. Участие, вступительный взнос для участия в турнире. И там нам нужно 1015, чтобы там парочку удилищ хорошо оснастить. Вот если у вас, в общем-то, вы играете двумя удочками, то спиннинг никуда не девайте, он нам нужен будет в конце турнира. И обращаю ваше внимание, то есть сейчас разряд 10, и мы сейчас безболезненно сможем с вами взять кредит. Второй там по значимости, по-моему, на 5000 он там этот кредит с 10 разрядом дает. Этих денег нам легко хватит, чтобы, в общем-то, спокойно и комфортно сыграть турнир «Золотой ключик». Наша вот задача теперь вот дождаться 18 часов 50 минут, сохранить игру непосредственно в меню игры и сохранить ее отдельно при помощи программы RR Server, друзья. Ее обязательно нужно себе скачать. То есть, ну я не говорю, да, вот настройки игры. То есть вот эти чекбоксы, если у вас они стоят вот таким вот образом, их давным-давно нужно снять, потому что автосохранение и сохранение при выходе, ну, может вам испортить очень сильно настроение в игре. Ну, то есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, что-то у вас там сломалось или оторвалось, или вы не сделали то, что хотели сделать, друзья. И автосохранение и сохранение при выходе не дадут вам исправить ситуацию. Абсолютно не дадут. Поэтому снимите эти галочки, они вам не нужны. Играйте, сами сохраняйте все события. И помните, что в 0 часов игра перезаписывает профиль полностью, самостоятельно. И делает сохранение в 0 часов. Как видите, да, 26 тысяч с небольшим, 26 300. Плюс уже мы там трех ельцов поймали, там еще, наверное, 1500-2 сейчас добавим. До 18 часов мы еще с вами наловим. А вот в промежуток с 18.50 и до 0 часов это будет в зависимости от ситуации. Или он пойдет вам в зачет, вся рыба, которую вы наловите. Или вам придется просто опять переигрывать 18.50 точку. Заходить и переигрывать. Ну, здесь посмотрим по ситуации. Возможно, нам сгенерируется удобный очень турнир, и мы сможем все спокойно сделать. Четвертый елец зачетный. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот именно так, друзья. Ну, то есть при любых обстоятельствах елец вас плавно вытащит к турниру «Золотой
ключик. При любых обстоятельствах, будете вы ловить тремя удочками или двумя удочками, если даже и две удочки есть возможность играть только двумя удочками, этого достаточно, чтобы плавно развиться к пятнице. Так, ну что касается еды, я уже определился, то есть печенье это маленькие порции еды, они не нужны. Вот пирог, вот раз и два, смотрите, полная линейка за 200 рублей на 12 часов. То есть на сутки нам нужно 400 рублей на кормежку. Мощная какая-то поклевка. Что там? Карасик. Почти на 400 грамм. Можно, конечно, то есть не забывайте про доску объявлений. Возможно, там будет пискари стоять, ну, хотите половить для разнообразия пискаря. Ну, помните, что есть к пискарю будет идти много попутной рыбы. Карасю будет много идти попутной рыбы. И, в общем-то, есть ли смысл ловить то, что не нужно ловить? Вот этот вес, конечно, на 3-килограммовую оснастку не нужен, 400 грамм с лишним. 10 килограммов еще это как-то незаметно, да, у нас с вами ловят. Эх, 1 грамма не хватило до зачета. Обидно. Ну вот 3-килограммовое удилище, конечно, четко реагирует на вес свыше 300 грамм. То есть износ идет, конечно, быстрый удилище. И мы уже делаем значительный шаг в игре. Когда мы сыграем турнир, мы получим достаточный подъем в разряде. 13 тысяч нам упадет очков опыта с лишним. Плюс мы получим достаточно хорошие деньги. Мы сможем купить себе эхолоты, сможем купить коптильни. У нас появится возможность путешествовать по базам, то есть та же Монголия у нас появится. Возможность играть в каких-то турнирах на соседних базах, до которых мы будем добраться. Ну, то есть это вот старт в этой игре. И когда мы подойдем и сыграем этот старт, у нас следующая задача, это 80-й разряд, до открытия всех баз. А уж потом вы вольны. Итак, друзья, я включаю игру в самый ответственный момент. Точка 18.50. Что вы должны сделать? Вы должны поставить игру на паузу, открыть меню и сохранить профиль. Затем вы должны запустить программку RR Server. Ее обязательно нужно иметь на своем компьютере. Вы открываете окошко RR Server и пишете, как сохранить NZ. Ставите здесь галочку «Сохранить». Игра сохранена. Все. Снимаете игру с паузы и спокойно играете до 0 часов. Соответственно, то есть вот этот результат, который у меня сейчас в садке, он у меня останется. Вот оно. Мои ельцы зачетные останутся, караси. Вот. Время с 18.50 и до 0 часов будет все зависеть от того, как мне сгенерируется турнир. То есть в 0 часов мы будем ловить с вами информацию, вот здесь вот в этом окошке смотреть информацию о турнире. О турнире, именном турнире, будет это «Золотой ключик» или «Золотая блесна», или «Боярин русский», я не знаю, какой будет турнир. Поэтому мы поставили точку возврата. Если у нас турнир будет, предположим, «Боярин», мы вернемся на 18.50 и опять дождемся 0 часов. И так мы все время будем возвращаться к точке 18.50. И ждать вот в этом окошке турнира «Золотой ключик». Вот принцип генерации. Этот принцип генерации можно перенести на любые события, абсолютно на какие хотите. На поклевку рыбы. Не клюет у вас, предположим, ставите точку сохранения, ну, предположим, вот 19.30. Ловите 30 минут. Или там час ловите. Нет поклевок. Выходите в меню. И опять начинаете в 19.30 ловить рыбу. И так, пока вас не клюнет то, что вы хотите, чтобы вам клюнуло. Ну, так, в частности, генерируют себе трофеев. Так играют квесты. Ну, то есть, вот поиграли, там, 4-5 часов поиграли виртуальных, нет у вас поклевок, вернулись назад и вновь переигрываете ситуацию. Так можно открывать сундуки. Перед сундуком сохранились, поставили точку, открыли сундук, посмотрели, вам
плохой сундук, не нравится, вышли в меню, в главное, и вновь открыли сундук. Потому что игра будет стартовать всегда с точки сохранения, друзья. А когда она пересечет 0 часов, игра, 0 часов, она будет стартовать с 0 часов. Вот для этого, в принципе, нужна программка RR Saver, которая вернет точку 18.50. Ну, надеюсь, вот так вот я понятно рассказал. Время сохранения для квеста 21.50. Время сохранения для доски 23.50. И так далее. То есть перед событием ставим точку сохранения. Если событие нас не устраивает по каким-то причинам в игре, мы возвращаемся на точку сохранения. Без программки RR Saver играть нельзя. Ну а теперь мы дождемся с вами, друзья. Я выключу запись. То есть мы сделали главную точку 18.50 мы поставили. И теперь мы дождемся 0 часов. И посмотрим, в общем-то, какой нам турнир сгенерируется. Пока я поставлю запись на паузу. Итак, друзья, я включил чуть раньше запись, чем 0 часов, чтобы мы сами с вами воочию убедились, посмотрели, что там у нас с вами будет. Между тем у меня получилось так, что еще разряд поднялся. Вот теперь мы ждем с вами, друзья, 0 часов. Там, ну, некоторые предлагают уехать до точки, поставить сохранение до точки 18.50 и уехать там на озеро, посмотреть, какой будет турнир, и вернуться назад. Но все это не так, денег нет, никаких поездок, поэтому сидим на базе, никуда не ездим. Ждем 0 часов и смотрим турнир. Ну, с нетерпением. Повезет, не повезет. Первого раза сгенерируется. Итак, открыть новый турнир. Деревенские просторы. Золотой ключик. Давайте-ка посмотрим, когда он у нас состоится. Он состоится в четверг. В четверг 5 часов. 12 тысяч стоит у нас с вами в четверг. Ой, это у нас, смотрите, целую неделю мы можем с вами, да все что угодно. Сейчас имеем 11 разряд, мы можем половить с вами, поехать на озеро, половить яйца, половить красноперку. То есть у нас вагон времени, чтобы поправить свое финансовое положение. Просто вагон времени, целая неделя, считайте. Вот, я просто рекомендую, то есть... поставить сейчас новую точку сохранения, чтобы к ней возвращаться, если вы там что-то сделаете такое, чего, в общем-то, что-то у вас не получится за эту неделю, чтобы вы вернулись на эту вот точку на субботу 0 часов 50 минут. Поэтому мы поставим сохранить, запустим RR Saver. И опять сохраним как НЗ. У нас же ключик сгенерировался. Нам то НЗ не нужно будет сохранить. Спросит перезаписать. Да, перезаписать. Все, друзья. У нас вот эта точка возврата.